В администрации Угличского района состоялась встреча с депутатами муниципалитета города Ярославля. Обсуждались вопросы, актуальные для всех участников: формирование бюджета, реализация национальных проектов, ремонт дорог и дворов, благоустройство и уборка города, проблемы частного сектора. На сегодняшний день мы участвуем непосредственно во всех программах. Это Минкультуры. Вот построили, у нас обошлось 42 миллиона, это отрадное, позапрошлом году, да, открыли. Это 800 человек населенный пункт, и там 30 лет не было вообще Дома культуры. Вот мы за счет министерства, у нас даже замминистра приезжала, сказала, что это нужно, такие Дома культуры. У нас шикарно получился, на 150 мест. Также мы по Домам культуры, капитальный ремонт, и все входим непосредственно, по спорту очень много поделали и так далее. Но самой главной проблемой сегодня в городе Углич, и пишут, и говорят, вот вам не стыдно там, что такие дороги, стыдно, сильно стыдно. Но есть одно но, тот кошелек, который мы имеем. И, конечно, вот здесь задача, наверное, всех нас и вас, наверное, вас как-то больше слышат в Ярославле и так далее. Ну, у вас деньги огромные даются на дороге, нам только завидовать остается и так далее. Но факт тот, что вот у нас это проблема. Ну, надеюсь, что мы сегодня в этом направлении будем работать. Рабочая встреча состоялась в рамках проекта «Города Золотого кольца», в ходе которого ярославские депутаты побывали во всех городах знаменитого туристического маршрута и встретились с представителями городских советов и дум, руководителями городских администраций. Цель проекта – обмен опытом по основным направлениям деятельности органов власти, выработка общих принципов работы, знакомство с туристическим потенциалом городов Золотого кольца. В Угличе гости посетили туристский информационный центр, детскую художественную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп».